С начала пожароопасного периода, введенного губернатором Амурской области, сотрудники пожарной части 41 проводят ежедневное наземное и с недавних пор воздушное патрулирование населенных пунктов специализированным дроном, оборудованным инфракрасной камерой для обнаружения открытого огня и громкоговорителем для оповещения населения. Так, 23 апреля 2022 года в ходе патрулирования в селе Волково на улице Новой был обнаружен открытый огонь на территории личного участка. Было запущено информирование о нарушении постановления, после чего нарушители приняли правильное решение и ликвидировали открытое горение мусора. Внимание! Постановлением губернатора Амурской области введен особый противопожарный режим. Примите меры к ликвидации открытого огня. Внимание! Постановлением губернатора Амурской области введен особый противопожарный режим. Примите меры к ликвидации открытого огня. Убедившись в ликвидации открытого огня, патрулирование продолжилось. Материалы на нарушителей направлены в отдел надзорной деятельности. Граждане, соблюдайте правила противопожарной безопасности.